Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные старушачьи бои. Сегодня в категории Hot Granny схлестнутся за ваши сердца друг с другом вот эти две очаровательные старушки, одна из восточной, другая из западной Германии. Теперь о каждой из них поподробней. По правую руку от меня находится гитара Framus Strato 6. Вот она, эта красавица, натуральная блондинка в белом фартуке. Контуры ее туловища и головы подозрительно напоминают компанию Fender модель Jaguar, не правда ли? Хамбакеры. Здесь установлены два хамбакера. Попрошу отметить этот факт, что здесь два хамбакера. И эти хамбакеры тоже напоминают Fender Wide Range Humbuckers. Бриджик. Бриджик здесь оригинальной конструкции. Bixby Pigeon. Как видно, три крутилочки. Теребонька на три позиции, как у Гибсона, но пизже, чем Гибсон, потому что основание теребоньки выполнено в виде гайки, которую можно крутить обычным гаечным ключом, что не реализовано на гитарах фирмы Гибсон. Там эту теребоньку либо специальной залупой крутить надо, либо пальцами. А пальцами это геморрой, пиздец. Постоянно раскручивается и бесит. Гриф очень-очень узкий. Самый узкий из всех гитар, которые я держал в руках. Это дает свои прикольные ощущения при игре. Поставил я здесь свои любимые Synthems 4,3 мм лады. Всем рекомендую. Охуеннейшие лады. Самые охуенные. После того, как я на них поиграл, больше ни на каких других играть не хочется. Ну, что еще сказать можно? Гитара красивая, прикольная, пиздатая, очень тоненькая, однако не очень легкая, поэтому баланс у нее хороший и на грудях, и на коленке висит она и лежит хорошо. Да и вообще, фирма Framus раньше была охуеннейшая фирма, одна из самых-самых охуенных в Европе. Даже, например, бас-гитарист группы Rolling Stones Билл Уайман ходил у них в эндорсерах. Вот так вот, господа. Не хер собачий. Теперь по правую руку от меня это Musima Eterna Deluxe 2. Восточная Германия, ГДР, 73-й год. Красота. Посмотрите, какая красота. Очень красивый инструмент, не правда ли? Мне он чем-то напоминает автомобиль Чайка. Помните, давно в детстве сидишь во дворе, играешь и слышишь вопль: «А-а-а! Черная Волга! Черная Волга!» Все такие несутся зырить черную Волгу. Блядь, какая красота! А если приедет черная Чайка, то это будет фурор. Все дети будут в отпаде, и тема для обсуждения будет, ну, буквально на месяц вперед. Красивые были автомобили и красивая гитара. Однако она не всегда была такой красивой. Когда-то это был полный пиздец. Напоминала она ходячего зомбака. Не поленитесь. Посмотрите на моем канале обзор до реставрации и после реставрации этого инструмента. Проходила она реставрацию в городе Мичуринск у мастера Олега Ефимова. Справился он с работой, я считаю, охуенно. Просто охуенно. Молодец, чувак. Большое ему спасибо и респект. Ну что, гриф замечательный, голова красивая, лады тоже мои любимые 4,3 мм. Кстати говоря, здесь 4,3, здесь 4,3 и здесь то же самое 4,3, но здесь ставил мастер Алексей Лебедев. Справился с работой просто пиздец хуёво. Никому не рекомендую к нему обращаться. Каждый раз, как беру эту гитару, смотрю на лады и так, блядь. Хотя гитару очень люблю, все-таки Flying V моя любимая форма. Так, однако, не будем о грустном. Поехали дальше. Что мы тут видим? Форма, тем не менее, очень прикольная. Здесь, если взяли просто и спиздили форму Ягуара, то здесь основательно, конечно, будучи вдохновленными модельным рядом Fender, сделали свой корпус. Три сингла. Имеем три сингла. Это необычные синглы, не такие, как на Фендере, но, тем не менее, это синглы. Ну, и каждый из вас знает, что звучание сингла от хамбакера не может отличить, ну, разве что органавт с воском в ушах. Далее. Куча всяких ручек и теребоник, оригинальная тремоло, оригинальный бридж. Все охуенно. И что я хочу показать, самое интересное в этой гитаре, это режим банджо. Я забыл его вам продемонстрировать в прошлый раз, когда показывал этот инструмент. Давайте сегодня разберемся с этим. Итак, режим банджо. Что это такое? Вот обычный, собственно, бридж. Теперь берем и делаем банджо. Смотрите, одни верха остались, низ нахуй вырезан, середина половина тоже, верха. Верха царят, просто режут бритвой уши. А вот вернулись низы. Это при том, что бридж включен.
Вот такие дела. В общем, режим банджа, он делает звук мега-мега писклявым, мега-винтажным, еще более винтажным, чем он есть на этом инструменте. Такой очень... Ну, в этом есть, наверное, свой шарм. Периодически можно использовать этот режим, чтобы выделить какие-то фрагменты из общего ряда. Однако, в сравнении я использовать этот режим не буду. Так же, как и не буду показывать вам эти гитары во время сравнения. Почему? Потому что, мне кажется, все-таки, ну, это мое субъективное мнение, кто-то, может быть, с этим не согласен, но внешне, конечно, эта гитара уже выиграла в сухую просто вот этой гитаре. Здесь, ну, взяли, короче... Тушку фендеровскую, все, пиздато сделали, но здесь, блядь, это автомобиль Чайка, конечно. Поэтому сравнивать я буду только звук. Конечно, вы легко для себя сразу же узнаете, где здесь сингл, а где хамбакер. Вот здесь сингл. Давайте послушаем еще раз, как звучит сингл. Блядь! Вот он, сингл. Одно и то же буду играть и на этой гитаре. Еще разок. Вот так звучит сингл. Все вы знаете, как он звучит. Теперь переходим к нашей блондиночке в белом фартуке. И играем на ней. Здесь у нас хамбакеры. А теперь хамбакер. Я сказал хамбакер. Слушаем. Ну, конечно же, что я вам буду описывать звучание хамбакеров? Все и так это прекрасно знают, могут с закрытыми глазами, ушами угадать звучание хамбакера, в отличие от сингла. Ну, конечно, два полюса гитарного звучания. Итак, сейчас эти гитары будут состязаться за место, как я уже сказал, в ваших сердцах, уважаемые мои подписчики. Я не буду вам показывать, на какой гитаре сыгран тот или иной фрагмент, чтобы вы оценивали именно их звучание. Конечно же, как я уже неоднократно повторил, вы сразу же угадаете, где какая гитара звучит. Здесь у нас синглы, это Восточная Германия, здесь Западная гитара, Германия, это хамбакеры. И я попрошу вас в комментариях написать под теми цифрами, которые озвучит для нас уважаемый Василий, какая это гитара играла. Например, Музима — это буква М, либо Фрамус — это буква F, и в конце выдать свою оценку, что вам больше понравилось. Сейчас прозвучит музыкальный фрагмент, записанный специально для этого видео, где под аккомпанемент, записанное на ламповом, охуеннейшем оборудовании, охуеннейшим микрофоном снято, все там, блядь, легкий кранч, вот то же самое, что сейчас вы слышали, через фендеровский динамик, все как полагается, все как у Парижу, все как в лучших домах. Так вот, что вам больше понравится, Музима или Фрамус? Итак, еще раз повторяю, пишем те цифры, которые озвучивает уважаемый Фунфурье Василий, и под цифрами пишем, что это было, Музима либо Фрамус, либо М, либо F, и дальше пишем, что вам больше понравилось по звуку, либо черная красавица, дитя Олимпиады, Музима, либо блондинка с белым фартуком, Фрамус. Теперь я уступаю место почетному Фунфурье Василию и приглашаю вас к прослушиванию сэмплов. Итак, Василий, заступай на вахту. Красоток я уношу с собой. Все.
Вот, господа, спасибо, Василий, за то, что развлекал почтенную публику во время прослушивания. Присаживайся. Ну что ж, вы прослушали ряд сэмплов, записанных поверх аккомпанемента. На два типа можно разделить эти самые сэмплы. Первый тип – это лирическая часть, второй тип – это динамическая часть, ядрененькая. Так что в таком или ином виде можно было прослушать, как раскрываются в миксе на ламповом аппарате данные инструменты. Теперь, господа, повторяю, прошу вас, пишите в комментариях следующие цифры, которые озвучил Василий, и напротив цифр, что это за гитара была, Музима, либо Фрамус, М или F, и в конце, что вам больше понравилось. Теперь переходим к минутке агитации. Господа, подписываемся на мой канал, жамкаем теребоньку, ставим лайки, хуяйки, пишем комментарии и все такое прочее. Господа, встретимся в следующем видео, где я расскажу, на каком сэмпле какая гитара присутствовала, и засим разрешите откланяться. Всех! Ну, еще раз с Новым годом, похуй! Все, пока!